Всем привет. Едем в Познь. Приехали в Познань, идем на остановку, на автобус, гуляем своим ходом, поломался у нас автомобиль. Сели в трамвайчик, едем в нужном направлении. Приехали мы посмотреть на машины. Пока не покупать, но возможно выбирать. В общем, Саше понравилась такая, но мне не очень. Не? Здесь, во-первых, вот эта панель, вот как-то меньше. Нога свободна. Руль, конечно, здесь. Но это надо все регулировать. Кому надо как-то привыкнуть. Для меня она как-то высокая. Какие-то они все высокие. Рено Конго, новая модель, самая такая, более вместительная, где мы помещаемся, но дизель. Хотелось бы бензин найти. Ну, мне как бы 50 на 50. 50 на 50. Сильно много напичкано и много лишнего.
лобовом стекле. Вот этот автомобиль шикарный. Кого? Хороший. Да, мне понравился вот этот. Попробовать вам надо там за рулем посидеть. Это очень дорогая. Сели? Да подожди, сажусь. Села. В общем, Саша выбрал эту, а я выбрала эту. Едем на трамвайчике, посмотрели авто. Сейчас едем в грузинскую кухню. Грузинскую пищу. Город Познань. Отреставрированная площадь. В прошлый раз мы были, тут была реставрация, ничего не работало. А сейчас красиво, много людей. Очень красивое старинное здание. Сегодня суббота, очень много людей. Автогазы.
А тут тетя с козочками. Деньги собирает. Много памятников, фонтанов, много людей. Ушли мы с рынка, очень шумно. Саша, пошли сюда. Прогуляемся немножко по другим улочкам. Очень много красивых зданий, но это надо ходить. Тут можно ходить и ходить, да? Мы сколько ехали на трамвайчике, везде красивое здание, старинное. Но очень душно, чтобы ходить гулять. Самолеты летают сверху. На посадку он пошел. Я туда иду, думаю, мы не в тупик, Саша, идем. Не, ну он там знак налево можно повернуть. Еще какая-то площадь. Мы ищем лавочку. Видно что-то? Да, какие-то раскопки. Раскопали что-то было раньше там внизу. Город под землей. А тут фонтан. Пока дошли, он выключился.
идем через такой парк. Тут людей много отдыхают. Закончилась наша прогулка по Познани. Отправляемся домой. Сейчас сядем на поезд и поедем домой. Спасибо всем, кто смотрел это видео. Кто еще не подписался, подписывайтесь на наш канал. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем хорошего дня, мирного неба. До свидания.